Всем привет! Сегодня мы поговорим про строительный раствор для кладки кирпича. Про самый популярный строительный раствор, это цементно-песчаный. Вот этот вот. Этот раствор самый популярный, он подходит практически для любого вида строительства, для любых камней, кирпичей и так далее, ну, кроме газобетонов. И газобетон можно на него тоже сделать, просто он уже не будет таким теплым и технологии нарушены будет. А также из этого раствора даже можно штукатурку сделать, просто цементно-песчаная штукатурка. Для его приготовления нам всего лишь потребуется вода, цемент и песок. Цемент у нас 500-й, но вполне подойдет 400-й, разницы нет. Песок мы используем простой, такой речной. Вот, он более-менее чистый. А если для лицевой кладки или что, есть вот такая сеточка, либо какая-то другая. Через нее нужно его сеять, чтобы отфильтровать от грязи органической, от камушков, от щебня и так далее. Хотел бы добавить еще про песок. Песок бывает вот такой вот белый речной, а еще бывает рыжеватый карьерный. Карьерный, он намного лучше, сцепление у него лучше внутри, то есть гранулы у него рваные зерна. А у этого гладкие ровные песчинки. Вот. На этот раствор мыла требуется больше. Он менее пластичный и постоянно садится. Поэтому, если есть возможность, предпочтение отдается именно рыжему карьерному песку. Мешать раствор мы будем с помощью вот этого миксера с двумя лопастями. Вот в этой вот бадье. А также раствор можно приготовлять в любом корыте с помощью бетономешалок. Но самый лучший способ для качественного, особенно для облицовочной кладки, нужен строительный миксер. Для приготовления раствора нам понадобится какая-либо бадья большая. Начинаем мы с воды. Вначале выливаем в бадью воду. Желательно воду чистую. Так, теперь добавляем строительное мыло. Это у нас как пластификатор, можно еще назвать присадок и так далее. Он подливается для пластичности раствора. Теперь бултыхнет все. Обама. Теперь насыпаем цемент. Соотношение цемента и воды 1:1. То есть одно ведро цемента, одно ведро воды. Все, высыпаем цемент, теперь тщательно перемешиваем. Теперь будем добавлять песок. Песок у нас в соотношении к цементу в 3 раза больше, то есть 3 ведра песка. Мы мерим не ведрами, а лопатами. Это 9-10 полных лопат. Все, мы насыпали 9 лопат, теперь будем перемешивать. Раствор получился жидковат, поэтому мы добавим еще немножко песка. Теперь у нас получился вот такой вот пористый, благодаря мылу, раствор. Самый, что необходимый для кладки. А в дальнейшем, смотря что вы используете, какой кирпич или блок, от этого уже зависит, какой нужен будет раствор. Пожиже, погуще и так далее. Вот он. Данный раствор очень подходит для нашего кирпича. Идеально! Для приготовления раствора вручную нам понадобится вода. 2 ведра сделаем. Теперь строительное мыло. Теперь 2 ведра цемента. Быстро мешаем. Тщательно перемешиваем весь
цемент, не оставляем ни комочков, ничего. Теперь добавляем песок в соотношении 1 к 3 или 1 к 4 к цементу. Раз. Мешаем все вот до такой однородной массы, чтобы полностью цемент и песок перемешались между собой, превратившись в один цвет. Вот. Густота уже определяется добавлением немножко воды, либо песочком до требуемого состояния. Вот, в общем, вот такой примерно должен быть растворчик. Можно чуть погуще, в зависимости от того, что кладете. Ну все, всем спасибо, всем пока. Ставим лайк, подписываемся. Спасибо за просмотр.